senjorstvo šlo mimo jedne kotka, s mojimi poslovnimi se, ali sem tudi pekini se, nekaj mi se i... Už jednou bylo to vyzdrojeno, že víš, co už je to? Míry meditace, prostě meditace. No, pár sluchů se dostali pro centrální nervovou systému, míra plastičnosti. Díky němu mě rozdělal vše díly. Mechanice, ale i jak to možná sumit. Díky němu míra plastičnosti, vysvětšit движení, это изменение центральной нервной системы, которая вызывает физическую активность. Этот процесс включается на микрогенез, на гиногенез и молекулярную адаптацию. А этот процесс чрезвычайно важен для правильного течения всех видов нервной адаптации. Изменения, которые вызывают физическую активность, уголовный мозг установлены в анатомии коре, в базальных ганглиях, в мозжечке, а красных клеток и сигнонов. На клеточном уровне отмечается увеличение количества дендритов и увеличение плотности синуса. Нейрофизиологически при активации нейропластичности мы видим реорганизацию моторных зон коры и повышение проводимости основных центральных моторных путей. Существует большое количество различных нейрохимических факторов, которые считаются, что ответственны частично за это действие, как основное, естественно, очень много разных. Но считается, что нейрографический фактор мозга один из основных, с нейрохимической стороны, существует это действие. Нейропластические изменения центральной нервной системы. В патологических условиях, то есть в том или ином заболевании, одной из основных целей является активация нейропластичности. Результат в том или ином случае дает улучшение движения или их появления. Существует, как все прекрасно, очень большое количество различных методик нейрореабилитации, клинической реабилитации. И все они, естественно, с клинической точки зрения дают определенный результат. Поэтому есть необходимость в повторяемых и научных методах, которые используются для оценки эффективности всех этих методов реабилитации. В клинических условиях эксперимента нейропластичность оценивается самым широким спектром методик, биохимии мозга, патоморфологии и так далее, и так далее. Естественно, это все клинические условия. Но есть тяжело на человеке, поэтому эта оценка может проводиться в основном с помощью двух методов. Функциональный МРТ, медицинская томография, и трансканальная магнитная стимуляция. Трансканальная магнитная стимуляция менее сложна, отличается больше дешевизмом и меньшим количеством сложных противопоказаний, чем функциональный МРТ. Поэтому может проводиться более часто и в большем количестве центров. Методика трансканальной стимуляции базируется на неинвазивной стимуляции головного мозга и спинного мозга с использованием специальных индукторов магнитного поля в головах. Они накладываются над моторной зоной коры, над шею и над поясничной толщиной спинного мозга. Происходит индукция магнитного поля собственного электрического заряда нейронов и затем инспектируется полученный сигнал. Сигнал обладает показателями посредственной физиологической сигналы латентности, амплитуды и формы. Латентность отражает скорость проведения по моторным путям амплитуды, среднее количество мотонейронов, которые активируются, и их функциональную активность. И форма характеризует правильность проведения сигнала по центральным моторным и физическим моторным путям. Можно получить этот шейм в поясничном уровне, таким образом неинвазивно и очень быстро снять проводимость сосуда по головному мозгу, по спинному мозгу и физическому отрезку пути. И в физическом отрезке все полученные сигналы регистрируются миографом. Нашей целью была оценка эффективности механической терапии, проводимой двумя приборами, по команде Basic, Motion Maker, у пациентов с различными генезами повреждения мозга, головного и спинного
исследование техники транспортного дистанкации. Было пилотное исследование, которое было включено большое количество, относительно большое количество пациентов разного возраста. 15 человек, средний возраст 24 года, разброс от 11 до 45 лет. У 12 пациентов имело место резко церебральный паралич, а у троих были последствия инфекционного миелита. Основными неврологическими симптомами было лишь парапараз, были другие симптомы, но ведущим был этот. У пятерых пациентов проходила механотерапия с помощью лохомата, и у 10 у прибора нарушенного нитра. Двух пациентов проходили на скитальных, это были студенческие инфекции. Каждый пациент участвовал в 10 сеансах терапии. Трансканинами пациентов проводили до первого сеанса и через день после последнего сеанса. Оценивали стандартные физиологические показатели, амплитуду, продолжительность, форма вызванного моторного ответа, моторного протенша. И была тонкость. Также время центрального моторного проведения по головному спинному мозгу. В результатах клинического улучшения описывали все опыт центра и локомат, и motion maker. С клинической точки зрения лучшая способность поддерживать правильную позу, уменьшение спастичности, некоторые улучшения способности к ходьбе, побочных эффектов жалоб. Нежелательных явлений не было при проведении транспортной стимуляции нервного узла. Что касается нефизиологических параметров, первое исследование отличалось от у всех отмечался очень повышенный порог вызванного моторного ответа, то есть сниженная активность функциональной нейронов моторной коры. Это отмечалось у всех пациентов, во всех группах, во всех возрастах. У 12 из 15 пациентов, независимо от возрастной группы, отмечалась полифазия вызванного моторного ответа. Это отражает дисперсию поведения по моторным путям, неправильное поведение по моторным путям. Снижение их усиленное количество движения вокруг мозга нейрона и асимметрия времени центрального моторного проведения по сторонам больше 2 миллисекунд. Также у большинства пациентов отмечалось замедление времени центрального моторного проведения двусторонним. При втором исследовании всех пациентов, опять же, без исключения, у всех групп подростков, отмечалось значительное снижение порога вызванного моторного ответа до 40-50% магнитного поля. А у всех продолжала сохраняться полифазия, того, кого она была, но несколько снизилась продолжительность вызванного моторного ответа у 8%. И у 6% отмечалась умеренная обещанная амплитуда вызванного моторного ответа. В качестве примера можно привести 13-летнего в прошлом футболиста, у которого был вирусный миелит, с ним парапаразом и сенсорным нарушением характерного опасности миелита. При первом исследовании сверху полифазный вызванный моторный ответ, при втором исследовании снизу мы видим, что полифазия увеличилась после терапии по нарушению миелита. Отмечалось изменение латентности вызванного моторного ответа и сенсорного центрального моторного проведения. При втором исследовании та же самая латентность, но исчезает асимметрия времени центрального моторного проведения. И при первом исследовании наблюдался повышение порога вызванного моторного ответа, которое впоследствии при втором исследовании после проведения терапии снизилось вдвое. Таким образом, в данном случае, как было очень типично, отмечалось повышение функциональной активности нейронов, если группа исследована два раза, и легкое умеренное улучшение общей проводимости. Но дисперсия проведения по моторным путям осталась прежней даже на этих процессах. Естественно, что возникает вопрос, была ли разница по группам между двумя приборами, которые были использованы, можно сказать, что данные были исследованы невозможно из-за небольшого количества отключенных пациентов или еще не знаю, терапия, которая прошла. Достоверной разницы между приборами не было выявлено, но все равно были направлены изменения в одном и том же направлении.
что отличалось общее тенденция к снижению порога замонопольного объекта, изменению формы его, и основные энергетические изменения после курса лечения зеленохаротерапии были повышение возбудимости мозга нейронов коры и возникновение некоторых признаков реабилитации. Можно ли говорить, что механотерапия во всех easier to follow you.